Okay, good morning. We are in live stream. Привет, Наташа. Привет. Скажи всем привет. Они только привет, подтягиваются, привет. Только подтягиваются, только подтягиваются. Итак, good самое доброе утро. У нас good evening. Кому что? У кого-то вечер, у кого-то день, у кого-то утро. У нас утро. Наташа готовит завтрак. Омлетик. Омлетик, да. Ну, да. Да, вот он, омлетик. Давай, начинаем. Тимурчик, привет, Тимурчик. Сейчас поищу, что туда докидывать, в этот омлетик. Я сейчас покажу мою комнату. У меня просто апартмент. И вот новый пол постелили после того, как их взяли собаки. Я только свою комнату покажу, я не буду вашу комнату. Доброе утро. Привет из Белгорода. Как они? They said your look alike together. Да, это ее муж. Это ее муж, ковбой. Его имя Санни. Можешь, Люда, можем говорить. Знаешь, про что? Наташа, про что? Про что? Холодильник потрясный. А покажи холодильник. Ну, давайте уже покажем. Вот, смотри, это морозилка. Холодильник вот такой. Вот такой. Это только холодильник. Ну что, тут пиво. Ну, а как без пива? Еда. Привет из Питера. Приветики, девчонки из Германии. Приветики, приветики. Тут что у нас? Боже, забыла этот самый. Сделали шкомлю. В холодильнике. И тут тоже холодильник, да? А это морозильник. Опа. Ого, как дверь открывается, как в банке. Опустел. Как сейф в банке. Одни стейки. О, мороженое хочешь? Не, ты что, какое мороженое? Аталия. С кофе. Нет, Аталия. Вот таких. Там тоже морозилка. О, русские пельмени, Люда. Угу. Кстати, купила в магазине. В армянском. Рада видеть Наташу. Запасы на несколько лет. Но они живут на ранчо, им далеко ехать до магазина, поэтому, естественно, Боже. Должны быть запасы. Боже. Должны быть запасы. А как без этого? Наташа, привет. Скажи, что она примет правильное решение. Какое решение? В смысле? Они знают, знают. Ну вот есть возможность им. Мороженое с кофе, да. Спасибо, да. Спасибо, девчонки, за правильное решение. Миллионы все на банковском счету. Дома ни копейки. Зачем дома копейки, если в обе потрясные смотрю, чтобы не успела. Которая миллионерша. Это муж миллионера, Наташа. Она жена миллионера. Не, ну раз муж миллионер, так и ты миллионерша. Пусть Наташа снимает видео о лечении рака, она рассказывала. Привет, 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 всем привет. Сейчас покажу свою комнату. Так, тут у нас стиральные машинки, стиральная и сушильная машинка. Laundry room. Вот это ее муж, маленький мальчик с мамой. Хорошенький, он сейчас такой красивый. Катюшечка, я тебя вижу, моя дорогая. Анютка, я тебя тоже вижу. Анюточка, привет, я вот два ваших портрета вижу. А вот это его родители. Вот это вот, наверное, он, да, это Сани на каком-то родео. Вот и маленький мальчик. Наташ, сколько ему сейчас лет? А? Сколько сейчас ему лет? 86 было. 86 было вот в сентябре. Ну, красавец, конечно, красавец, ничего не скажешь. Наташин офис не буду показывать. Там туалет мой, тут моя комната. Я такая это не убрала постель. Как отель, мне тоже так показано. Ничего, долгожитель. Такие фото классные, старинные, да? Фото классные, старинные. Так, это их спальня, я не буду показывать спальню. Вон собака валяется. Так, а что у нас тут на фотках? А вот Наташа. Вот Наташа со своим ковбоем. Вот она. Вот он, Саня. Красавец. Красавец просто мужчина. И до сих пор красивый. Умничка. Что сказать? А вот он. Вот он. Он все еще на лошадках скачет, объезжает свои владения. Владение маркиза Карабаса. Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса. Разница в возрасте. Сколько у вас, Наташа? А? Сколько разница в возрасте? 25. 25. Ну, как у нас с Дугласом 25 тоже. Ага. Лишь бы человек был хороший. Это не важно, какого он возраста. А он недавно мне кто-то написал, вчера. Я не понимаю, зачем жить с этими старыми пердунами, кто-то написал. Ну, пусть не живут, раз не нравится, я пусть не понимаю. Живут. А мы живем со старыми пердунами. А я написала просто, что Бог любит каждого. И он хочет позаботиться в этот момент о Сане. Находит такую Наташу,
и финиш. Это не я решаю, где мне быть. Вот Бог решает быть с ним, и все. Сегодня втроем мы как разговаривали, все втроем плакали. Плакали, да, только что сидели, разговаривали, как мы познакомились. Да. О, как он плакал. Он расспрашивал тебя, и ты рассказывал, как ты со своим познакомился. Мальчишка расплакался, который вот такой, как дуб. А он расплакался. Потом спросили меня, а как же, Люда спрашивает, как вы познакомились? Ну и что, Наташа стала рассказывать, сама расплакалась. Он опять, мы слезами и все умылись. У нас была такая терапия с утра, очищение. Наташа, это твой опыт, значит, тебе нужно было это пережить. Спасибо. Ну, пережила, правильно. Это просто опыт. Ну что, есть опыт в тюрьме сидеть, есть опыт, не знаю, валяться в больнице, в коме, а нет, есть опыт жить с миллионером. Нет, так он классный мужик. Да он подожди, а это ты говоришь, что классный, потому что ты его видишь. А тот, кто не видит, говорит, зачем ты с ним живешь? Ну так кому какого дела, кто с кем живет? Так я и говорю, вот хорошо человек пишет. Не останавливайся, иди вперед, тот, кто тебе нужен, обязательно тебя догонит. Ой, как классно и как мудро. Угу. Иди вперед, точно. Ты знаешь, что, Люда, так, однажды я участвовала в таком семинаре, Брюс Моэн приехал, это ученик Роберта Монро. И чем мы занимались, этот Брюс Моэн умел сделать так, что мы могли, сидели 40 человек в зале, могли войти в тот мир иной, встретить своих умерших, души умерших, своих, кого там, тетя, не тетя. И мы писали записки, например, каждый пишет своего умершего. Эти записки были на столе, каждый подходил, вытаскивал, только чтобы не свою записку, да? И когда кому-то попала записка, кто-то встретился с моей тетей, и этот же Брюс Моэн говорит, спросите у этой души это, спросите это. А у меня мороз по коже. Ты рассказываешь, у меня мороз по коже. Я слышала эту историю. И он, и когда человек спросил, что передать для Натальи, да? Потому что человек не знает, кто я, Наталья, нет, как ее зовут. Они вместе 7 лет. А? Ты рассказывай. Спрашивай, сколько лет вместе? 7 лет вместе. 7 лет. Уже 9 практически. 7 лет я тут живу. Угу. Так вот, что я хочу сказать. Когда расспрашиваешь, человек выходит и рассказывает. Я бы встретился с такой-то женщиной. С твоей тетей. Да. Ну, он просто рассказывает. Она вот такая, волосы черные, две косички, как одета. Вот, понимаешь, все описывает, а это моя тетя. И что она сказала? И она сказала, передай Наташе, чтобы она никогда не оглядывалась назад. Ой, у меня мороз по коже опять, ты посмотри, мороз по коже. А я говорю, а он говорит, а что это значит? Он говорит, она знает, пусть она никогда не оглядывается назад. Вот такое мне было послание с того света от тети. Но я все равно человек, и я иногда копаюсь в чем-то, в прошлом. Ну я ж просто человек, а может просто проживаю. Вот сегодня ж мы окунулись в прошлое, как познакомились, все расплакались. Угу, мне так долго. Я рассказывала мою историю, как я с Дугласом познакомилась через интернет. Я вообще не собиралась вообще в Америку попасть. У меня есть видео «Никогда не говори никогда», там полностью история вся. Как я встречала его в аэропорту, ждала красивого, высокого. И пришел такой маленький, худесенький, такой весь седой. Боже, какая красота. Ласточкины гнезда. Наташа, у вас счастливый дом, у вас везде ласточкины гнезда. Ой, какая красота, божечки мои, божечки. Тапочки не делала, она пойду босиком. И вот тут камни, которые нашли они, вот на камнях вырезаны еще какими-то древними индейцами. Наташа сильная душевная личность, да, Наташа. Наташка вообще замечательна. Вот они какие, каменючки здесь. И вот ласточкины гнезда. Вон их сколько. Ой, как здорово. Боже, какой покой, какая тишина, какой кайф. Сюда, Наташа, тебе надо здесь сделать санаторий для душевнобольных, для нервнобольных. С твоей подачи смотри Наташин канал. Да. Спасибо. Это моя машинка стоит арендованная. А вот апельсины, уже громадные апельсины. Помидорки маленькие, растут уже красненькие, я ж туда не пойду. Ой, какая кайфуша, птицы поют. Был бы классный санаторий, да. Тут я говорю, сюда приезжаешь и сразу релакс полнейший.
классно, классно. У меня есть видео, когда мы с Наташей ездили на этом на форвиллере, и там есть камень такой в виде, ну, как бы в виде мужского достоинства. Она говорит, потрогаешь, сразу забеременеешь. Я говорю, что ты, не надо. Трогать даже не буду. У меня там есть видео, как забеременеть на ранчо, где мы с ней катались. Это вообще, это была просто сказка. Сейчас я пойду Наташе читать то, что вы тут пишете. Сейчас, секундочку, показала всю красоту. Так, Наташа, я показала всю красоту, теперь читаю. Действительно, куда уже беременеть? Если бы не Наташа, я не знала бы про такую жизнь на ранчо. И я не знала бы про такую жизнь. Наташа в Калифорнии, да, это Калифорния. И кто такие ковбои? Да, мы в прошлом году, когда ты мне написала, приезжай на день рождения ковбоя, у меня муж ковбой. И я ж приехала, не знаю ни Наташу, ни ее мужа. Очень тепло, на улице, наверное, градусов 28. Больше. Так что, ваша задача поддерживать сейчас Наташу. А что, у Наташи все прекрасно, что ее поддерживать? Тебе надо поддерживать? Да. А чего? Ну, давай. Они знают чего. То, что так написала, не знают. Так а что случилось? А я ничего не скрываю. Может, даже и ты того не знаешь, что они знают. Во Флориде нет зимы, и тут тоже нет зимы. Чего нет зимы? Да, в Калифорнии нет зимы. Наташа готовит омлет. Мука, омлет. Яйца, молоко. Нет, еще положила творог. А, еще творожок. Вообще лучше всего ложить, но я не купила. Как же называется такой сыр специально я покупаю, из которого делают тирамису? Не знаешь? Забыла. Я вспомню, как называется специально такой сыр. И тогда супер. Сейчас покажу индейца. Нету. Я когда при... А как нету? Только голова осталась, лицо. А чего ты, куда ты его дела? Ну, ремонт же был, все выкинули туда. Там же пол новый. Как жалко. Как эта штука открывается? Надо сказать, Сим, откройся. Испортилась, потому что меня не было, и выкинули одну запчасть такую оттуда, и она... Подходишь рукой, двинешь, она сама открывает. Нет, все. А это что у вас такое? Это машинка? Лед делает машина, но тоже я смотрю, что-то с ней. Это машинка уже делает, я смотрю, видишь, сколько льда мало. Угу. Что-то с ней случилось вчера. Не хочет делать лед. Сейчас я ее отключу на 5 минут. Как ты тут находишь, что тебе надо? Потому что я знаю, что тут есть. Ладно. Но грибы даже сухие русские, говорит, есть. Это у него был день рождения, у Сани. Наташа ему подарила подарок. Так, кругом ковбои, сплошные ковбои, золотой ковбой. Божечки мои, не верю, что попала на прямой эфир. Как у Наташи? Наташа, как у тебя со здоровьем, спрашивают? Все прекрасно. Нашла лекарство. А какое лекарство ты нашла? Это настоящий у вас этот fireplace? Да, работает. То есть можно дрова бросать, да? И в спальне тоже настоящий. Ага. Я включаю, угу. Да. Каминчик, ага. Девчонки, огромная благодарность за ваши каналы. В обычной жизни трудно встретить таких подружек. Да мы с Наташкой редко видимся и практически не перезваниваемся. Я вообще почти никому никогда не звоню. Сейчас. Ну, это просто взбивается. Хотя, подожди, я сейчас вся в этом. Вот в этой комнатке я раньше спала, потому что эта комната была занята. Приезжала Саня, дочь, и я спала в этой комнате. А где тут свет включается у вас, извините? Всякие штучки, чтобы делать зарядку, гимнастику. Откуда Наташа приехала из бывших стран? Наташа вообще жила много лет в Польше. Она приехала из Польши. Кресло массажное. И выход на патио. Как открыть? И выход на патио еще на одно. Ой, какая благодать. Просто благодать. Я слышу этот звук с утра. Ветерочек поддувает.
и колокольчик звенит. Такой... Анечка, я твое личико вижу, моя девочка. С улыбочкой. Анечка моя из Майами, которая вот это позванивает, штучка. Саня сидит. Ой, дышится, дышится прекрасно. Вот она, эта штука. Ветерком. Sorry. Вау, какой звук. Beautiful sound. А это глициния. Кайфуша, правда, невероятная. Я хоть и не нервная больная, но все равно нервишки все равно тут так успокаиваются. Нет, в Калифорнии я бы не хотела жить. Совсем никого, никаких соседей нет. Вот они, собственники всех этих гор, всей этой земли. Ау! Хочешь, пошли, я пойду котов покормлю. Пойдем, только я сейчас тапки одену. Угу. Как мне нравится звук этой штуки. А они, которые мне тоже писали, точнутся, там близко церковь есть. Ой, как здорово. А я говорю, у нас тут свой храм. Сюда все приходят на водопой птички. Куда? Птички, зайчики, белки, вон туда приходят пить воду. А почему там вода? Я наливаю для них, они приходят. Вот этот пол новый, видишь, угу. А как тут свет включается? Такая комната интересная. Ой, я прошу прощения, я не прочитала, что-то там было написано. Это вход в туалет. А где это тут? А, вот она такая. Где-то этот индеец делся. Вот тут сидел индеец. Наташа сделала настоящие джинсы, набила чем-то. Сделала морду, сделала маску. И сидел индеец. А я вот тут спала. Слушай, на полу, лежала на матрасе. И слава богу, я спала, я его не заметила. Я просто не заметила. Наташа утром приходит, говорит, ты заметила моего индейца? Я думаю, боже, если бы я его ночью увидела, я просто бы уписилась бы и укакалась. Читаю, ладно, попробую найди выключатель. Ну, да. Ага. Мегаполисы надоедают годами, хочется тишины. Вот именно благодать и тишина здесь. Тебе надо санаторий для душевнобольных открыть. Так мне и так пишут, что я шизофреничка. В смысле? Ну вот одна написала, что я шизофреничка. Ну, а я ответила, что тогда ты мой друг. Потому что только шизофреник может увидеть другого шизофреника. Тишина, если надоест, они взяли машину и поехали. Да, тишина надоест. Все, можешь выключать свет. У меня есть 15 минут, нужно к котам сходить. Пошли. Те, кто смотрит, а? Они переживают за тебя. Так, читаю. С врагами весело живется. Как называется канал у Наташи? Маркиза USA. А почему Маркиза USA? Потому что мы с ней когда поехали на этом фурвиллере, она говорит, вот эти все, как в этом, кот в сапогах. Чье это все? Маркиза Карабаса. Наташа голышом бегает, иногда ездит на фурвиллере. Тут вообще же никого нет. И это, я говорю, давай мы твой канал назовем Маркиза. Маркиза USA. Иди сюда. А там не будет, наверное, брать. Интернет. Будет, я же там снимаю все. А, ну пошли. Вот сейчас тапки свои одену. Это еда для собак, да? Где? Вот это. Да, для собак меняем, да. Ну, давай это, да. Для котов. А я котам. Ты закрылась? Конечно. Они ночью дверь не закрывают. Ну, ты что? Так, это еда для собак. И для котов. Это для собак, а я котам. Хочешь, поедем или пойдем? Да, далеко идти? Вот в этот город. Пойдем лучше, конечно, чушь ехать. Ну, моя машинка. Наташина машинка. Дарри! Hey, boys! Hey, how are you? Ну, собаки чужие загрызут. Вот уже качалка, ложись на нее. Сейчас. Я вчера приехала, мы с Наташкой улеглись. И там был такой красивый закат. Офигительный закат. И мы улеглись здесь и катались. Классно, прекрасно, просто замечательно. Пальмочка. Иду.
Так, пошли. Глаз не оторвать. Людочка, передай Наташе, что несет. Работы, все правильно. Насчет работы, думаю, все правильно. В смысле насчет работы? Поговорите с ней сами. Я не буду ничего передавать. Если вы знаете что-то о Наташе, поговорите с ней сами. Зачем я буду что-то передавать? Вот они, владения маркиза Карабаса. Хоть бы на змею, от какашки. На какашке можно наступить, это к деньгам. Ой, ты меня напугала. Вау, какая красота. Жарко, я хочу сказать, жарко. Там дальше живет дом Сани, сын. Семьей живет. Так, читаю. Привет из Алматы. Что там у меня насчет работы, лучше скажи. Ничего не понимаю. Кстати, у нее две змеи живет. Так, змеи тут, конечно, навалом, как и у нас во Флориде. Странно, такого цветочка никогда не видела даже. Откуда это? Отсюда или не отсюда? А! Короче, у вас и тракторы есть, и все, что... Вперед. Надо выключаться.